Время новогодних представлений и спектаклей в самом разгаре. В Центральный дворец культуры на яркое и зрелищное мероприятие «Елку» главы городского округа Щелково Андрея Булгакова пришли малыши вместе с родителями за отличным настроением. В просторном, по-новогоднему украшенном холле вокруг красавицы елки малыши водили хороводы и играли в веселые игры. Главным же подарком стал новогодний спектакль. Новый год – праздник волшебный, а потому и сказка, которую показали на сцене, тоже была полна чудес. История Деда Мороза, которого предстояло расколдовать, чтобы снова сделать добрым волшебником, поразила и вовлекла маленьких зрителей в водоворот сказочных событий. Кое-кто так переживал за Дедушку Мороза, что чуть сам не принял участие в спектакле. Так хотелось юным зрителям спасти волшебника. Финал, конечно же, добрый. Дедушку Мороза удалось спасти и не с помощью магии и чародейства, а благодаря силе любви. Именно маленькие зрители стали главными помощниками сказочных героев и помогли найти ту самую волшебную силу. За такую помощь ребята получили не только благодарность главного волшебника, но и, конечно же, сладкие подарки. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.